Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Спартак и добро пожаловать на канал Спартак in Games. Что ж, начинаем наш репортаж с конюшни Рана, с конюшни доктора Сони. О боже, как громко здесь, как громко, как громко. Назад чуть-чуть музыку выключить. Всем привет. Я в прошлый раз оставил у доктора лошадь. Они ее взяли и потеряли. Дебилы какие. Молодец. Что теперь делать? Нафиг они ее трогали, блин. Вот здесь привязал, стояла, никому не мешала, блин. Домик слайдера даже. Была у меня красивая лошадка, была она в броне. Эх. Капец. Синие стекла, что за бред? О, кстати, похожа лошадка на мою. Привет, Алины. Так, господи, тут, блин, половину записи сейчас буду в этот... Блин, в чате трындеть. Чё мне теперь делать, блин? О, отлично. Алине полегчало, это уже хорошо, блин. Сейчас я у него лошадь свистнул. Вон ту коричневую, например, она тоже в броне. А тебя не Кросс зовут, нет? А тут чё? Тут коровки только, а тут чё? А тут овечки. Дай мне своего скакуна. Ладно, не будем уже тырить у него скакуна, себе нового найти. Блин, я еще седло не взял. Как назло. Окей. Только, блин, у меня седла нету, вот минус. Тут на поляне их, конечно, много, а сейчас только этот. Пойдем, короче, попросим у него седло, пускай хотя бы даст. А, хотя стоп. Нет, это ее же приручить еще надо, да? А чтобы приручить ей надо... так, окей. Ладно, давайте посмотрим. Спалим пока что домик слайдера. Где он тут? Так. Ой. Да что же это такое? Переключил же язык. Блин. Так. Я, по крайней мере, думаю, что это слайд домик, потому что он, ну, по указателям, во всяком случае... Где-то здесь, блин, а тут ночь начинается. Тут ночь начинается, овечка, осел. Можно, кстати, будет осла приручить, ресурсы будет носить нам. О, вон, вижу лошадку. Где, а где док? Побежали, у дока седло возьмем. И, а, вон он, летающий голландец. Я тут, эй, я тут. Спасибо. Блин. Короче. Побежали теперь как-то пробовать приручить без ничего лошадку. Не знаю, получится ли. Я не помню, там чем-то пшеницей, яблоками золотыми, если не ошибаюсь, надо их. Или чем. Там чем только я не пробовал. И так пробовал, и так пробовал. Так, красивая. Ага, не дается, ишь ты какая. Блин. А раньше все было проще. Да. О, класс.
А, так можно делать вечно. Нет, пока месяц только мы ее не приручили. Я в полном серьезе, это не то чтобы в рифму. Потому что нам надо яблочко. А он хлебушком может кормиться, нет? И ты там хлебушком, блин. Для тебя хлебушек готовил. А, он покушал хлебушек. Эй, не гони. Дружбан, ну я тебе булку дал. А тебе еще булку. Эй! А может не надо, надо, чтобы ничего в руке не было? А ну. О! Сел. Эй, ну. Хотя, может не надо яблоко? Эй! Ну же, давай сердечки. Есть! Все окей. Теперь на него вешаем седло. И поехали. Побежали по просторам. Ой. Эта земля, короче, рано. Здесь уже и слайдер живет, и про Андребро тут живет. Воу, видимо, от него подальше, потому что как отравится собака, так и все. Короче, полетели. А я живу за 3-9 земель отсюда. За 3500. Нет, 3000 блоков вроде бы. Или 3500 блоков. Ну, короче, пофиг, на самом деле путешествие не такое уже большое будет. Потому что на лошадке, потому что абрикос. Тут надо их как-то оббегать. Опрыгивать. Ну же. Черт, засадили. Нет, я так не перепрыгну. Есть, вот так перепрыгну. Все. Окей. Так, теперь аккуратно. Слезаем с лошадки. Аккуратно ставим лодку. Я сейчас вам покажу лайфхак в Майнкрафте. Делаем так. И поехали. В правой части вы можете видеть кусок веревки. И так мы можем перегонять лошадь по океану. По морям, по океанам. Так, чё, в общем, поменялось дофига чего. Я сразу вам говорю, ребят, сейчас приеду, просто не узнаете мой участок родной. В общем, поменялось действительно много. Я построил уже свой дом. Ну, за неделю там можно было бы, в принципе, да. Я также уже начал сделать свой хаб в аду. Уже даже прокопал туннель в 1000 с лишним блоков в аду. Поставил даже портал и вылез, и проверил. И вылез в саванне, в красивейшей просто местности, где будет моя такая основная база, где я хочу построить деревню, которую назову Спарта. Как я оригинально, да? Спарта. Опа. Ну, в общем, пофиг. Сделаю как-нибудь там станцию метро, ну, что-то типа такого, короче, сделаем. Думаю, должно будет получиться как-нибудь... прикольно, что-то должно выйти нормальное там. Я не знаю. В общем, хочу что-то для себя сделать, в общем, и буду что-то для себя делать. Вот так-то. Так, нам надо на минусовые координаты полностью выйти, на минус 300, минус... Короче, минус 300, минус 300 средние такие координаты. Ой. В пень, маленькие засранцы. Иди сюда. Да хорош, дохни. Иди ты тоже. Ты тоже. Все. Фу. Есть. Блин. Лол. Давай. Все. Поехали. Я не знаю, как тебя назвать, новая лошадь. Но как-то я тебя потом обязательно назову. Мы придумаем тебе имя, достойное твоей породы. Ты что, снова мелкий? А, нет, здорово, я уже их путаю, блин. Реально, они аж бесят, эти мелкие. Они так достают, они очень быстро вас лупят. И, блин, а лупят-то как взрослые. Так, что это лагает немножечко.
Что-то мне показалось, что лагаю. А, вертикальная синхронизация, ясно. При записи 60 кадров в секунду. Ну ладно, это не стрим, конечно, вам и нам. Но что поделаешь. Так, давайте пока у нас еще нету минусов координат, постараемся по земле бежать, потому что по морю. Все-таки как ни крути, ну чуть-чуть, может быть, еще мы тут сэкономим. Вот так вот. Классно, все, я мастер езды верховой. Оседлал, так вот оседлал. Мы еще можем так делать. Ага, не ожидал. Помните древние рыцарские турниры? Ну, конечно, все таки сказали сразу, да, мы помним рыцарские турниры. Я имею в виду из истории. Так вот, вот как-то так они происходили. Так, shift. Чтобы дисмаунт сделать, теперь новый верстак надо сделать, блин. Собака-то бешеная. Лодку сейчас надо скрафтить. Давайте сразу две на всякий пожарный, пускай будет. Чтобы было. Верстак заберем, чтобы третий подряд не крафтить. То я постоянно, блин, лодку разбил. А верстак новый крафчу. И лодку, соответственно... Ты что творишь? Ты что творишь? Ну иди сюда. Опа, все, поехали. Поехали, мой верный друг. Поехали назад домой. Уже 10 минут мы едем домой. Боже, бред, я успею, я не знаю, успею ли я доплыть за эти 20 минут эпизода, блин. Офигею, если не успею. А если успею, то было бы неплохо приплыть, чтобы осталось еще пару минут сделать такой обзорчик того, что у меня есть, что изменилось. И плывем в рассвет. То обычно говорят, уходит в закат, а мы приходим в рассвет. Приходим в рассвет. Да, минус 68. Еще чуток нам надо. И, в принципе, почти 2000 блоков. Только и всего. Ниндзя. Да, я ниндзя. Немножечко водички. А то после Battlefield'а и после всего-всего у меня уже немножечко пересохло. Без... Ага, это он может на пару Андре Бро, может он ниндзя. Ну фиг его знает. А, может полежал этот. Как так вообще? Что он там сделал? Что он там сделал? Мне уже интересно, все, рассказывай. А, уже пофиг. Пофиг на запись, рассказывай, что он там сделал. Так, если док удивился, это. Игорь просто так не удивляется обычно. Так, класс, генерация, в общем, поменялась. Плюшки остались в скобочках, в кавычках. Так, эту землю я помню, да, я здесь проплывал. Помню я такое, ну красивые горы, ничего не скажешь, на самом деле все действительно здорово, все круто. Эх, новая генерация мне действительно нравится. Что мне действительно не нравится, что я еще не встречал ни одну пустыню. А мне пустыня не помешала бы. Я видел саванну, блин, но возле нее, увы, пока что не нашел там пустыню. Побегал в окрестности, думал, ну, там, по крайней мере, в обзоре, даже не в обзоре, а в описании нового апдейта было сказано, что моды теперь... О, господи, моды. А! Что биомы теперь, они расположены более так правильно или ответственно, или... Ну как, в общем, раньше можно было встретить снежный биом и тупо хлобы сразу пустыня. Ну где такое в жизни вообще есть? Сейчас же сказали, что будет снежный переходить в какой-то обычный, там хотя бы в равнинку в какую-то. Или же снежная тайга в неснежную тайгу, неснежная тайга в обычный лес в равнину. Допустим, ну даже так, обычный лес в саванну и саванна в пустыню. Вот так вот, как-то приблизительно. То есть будут биомы, которые... Ну, в общем, градиент будет соблюдаться определенный, как вот в фотошопе, да? Так и здесь, в Майнкрафте, будет что-то, ну, действительно толковое. И, в общем, что тут нифига я не понял, там просто саванна просто так располагается. А я пустыню вообще не видел. И говорили, океаны не будут большими. Будет маленькое такое озеро. Ни хрена себе маленькое озеро. Уже почти, блин, 10 минут только мы плывем. Я знаю, что я там потратил некое время урана, но, блин, почти 10 минут плыть только.
только плыть. Это, блин, по-моему, дофигище. Хотя там был маленький перерывчик, мы там пробежали пару минуточек. Ой, пару минуточек, по пару метров, блин, но... По-моему, пару метров это... Ну, как-то я не знаю. Ой, блин, попал я. Ладно, сейчас будем курсировать. Так, мышку пора бы в руки взять. Пора бы взять в руки мышку. Да, Майнкрафт это такая игра, когда вы можете играть даже без мышки. Ну вот, какого лешего? Офигеть просто. Ладно, пошли, мой верный друг. Что это такое? Какие у нас координаты? Минус 500. Может, мы уже и сможем... Можем, может, мы уже пешочком сможем? Я бы не отказался. Мой друг, я думаю, тоже не откажется. Да, мой друг. Да, он всегда. Оу! Все, так мы в городе. Приехали, называется. Ну ладно, окей, тогда. Уже фиг с ним, что это пропало. О, лодочка. Вот так вот. Выглядит въезд уже в город. Смотрите, уже люди за городом строятся. Смотрите, прикольно то, что люди подчеркивают и мою идею, то есть то, что я придумал, из кварца и древесины. Только я вот взял из досок, они там прям вообще древесину берут. Но тем не менее, основа как бы есть, смежный стиль какой-то. И вот он мой дом. Да, друзья, это мой дом. Это то, что неделю назад было просто участком с фиолетовым ограждением. Теперь это называется дом Спартака. Вот такой вот у меня заборчик, да, здесь еще немножечко не все доделано, мягко говоря. Так. Еще есть некоторые технические неполадочки. Но это я провожу просто траву, чтобы красивее было. Сейчас еще проведем. У меня есть еще пару минут. Еще я хочу на эту провести часть. Пам-парам-парам-пам-пам. Так, тей-тей-тири-тири-ти-та-тара, да, циркачи, будем прыгать здесь, скакать. Так, ты, блин, зараза. Нехорошо, нехорошо. Блин. И давайте здесь поднимемся пока что каблой, посмотрим, как нам упорядочить. У меня здесь два куска земли, ну офигеть теперь. Мне надо сделать так и так. И теперь, соответственно, еще вырулить хотя бы этот кусочек. Чтобы его поставить хотя бы. Ага. Чтобы поставить вот сюда. Блин. Соответственно, вот этот нужно снять. Блин, иди сюда. Тебя тоже можно снять. И сделать вот так. Окей. Все. Пускай стоит. Пускай трава растет. Прорастает, процветает. И давайте с черного входа уже тогда зайдем. Итак, это мой основной, ну, как бы дом пока что. Вот вход с города. Вот так он выглядит. Раз, здесь я еще не допилил ковер. Еще не хватает мне немножко шерсти. Спальня. Сундучок с инструментами. Пустой сундучок. Печка. Кстати, вы видели там сзади, ровно за этими печками там находится такой типа дымоход. В общем, соблюдается некая пропорция. Балкончик с красивым видом на поляну и непрогруженные чанки. И... Ну и рабочая зона. То есть верстак и... Там будет еще один сундук, даже не стоит. Затем вот такой вот у нас переход. Такая шея небольшая. Можно так сказать. Давайте соберем урожай наш мелкий. Так. Окей, обратно сейчас посажу и быстренько пойдем дальше в ад. Покажу просто, что изменилось. Это будет... Пятая серия. Я думаю, первую серию в неделе так и стоит начинать с обзора того, что поменялось вообще. Что не так, что зритель пропустил, и что я не успел снять, что я не показал. А, еще один маленький нюанс. Помните вход в шахту? Теперь он выглядит вот так. В общем, не буду спускаться вниз, потому что много времени займет. Это такой вот водяной спуск, скажем так, водяная лестница. Здесь небольшой склад, думаю, все более-менее понятно.
Побежали в ад. И побежали шустренько, быстренько в ад. Пару минуточек покажусь вам. В общем, это мой хаб. Такой вот еще не до конца доделанный. Надо мне еще немало кварца. Приблизительно что-то вот я такое сделал. Это мой выход на... Надо хотя бы ступенек доделать. На... Ну, то есть там, где будет железная дорога моя проходить, потому что тысячу блоков пешком бежать, мягко говоря, в подляк. Ну, вот так вот. Окей, сойдет. Ну и дальше. Давайте... немножечко сейчас подымусь все-таки. Покажу там штука. Так, главное, что... Ага. Как я тебя укокошил-то? О, слеза. Отлично. Класс, кварц. Ладно, потом за ней приду. Главное, чтобы до меня никто не пришел. В общем, здесь вот таким образом располагается уже третий ряд. Заодно доделаем. Пока вам показываю, заодно доделаю сразу по чуть-чуть. Потому что не все я успел доделать. Там еще одна крепость. Или нет, это та же самая, да. Это все еще наша крепость. Я потом покажу, какая конкретно. Окей, здесь, видите, выход в потолок, можно так сказать. Что здесь такое? Одного блока не хватает. В общем, здесь я еще на один ряд спущусь ниже, проведу рельсы, проведу потом все остальное. И все будет уже более-менее иметь вид. Я не буду показывать пока что, ну, туда вперед, потому что, ну, просто не вижу смысла бежать 1000 блоков, чтобы вам там показать, где я вышел, куда портал вышел. Потом покажу, честное слово, обещаю. Свои обещания сдерживаю. Так что, блин, ну вот в следующий раз. Может быть, в следующей серии как-то сходим, посмотрим. Итак, да, здесь тоже надо такую же операцию произвести. Ух ты, как все замечательно получается. Блин, сколько тут зомби. Ладно, даже в хабе есть. Здесь надо будет, кстати, полубоками. Да, я немножко не продумал. Здесь полубоки поставлю потом. Но пофиг. Вот, значит, спуск обычно вниз, тоже ступенчиками надо будет загородиться. И вот, теперь городской портал, выход на крепость и все, что было раньше, в принципе, все-таки осталось. Что ж, окей. Это, как бы, обзор, я думаю, всех обновлений, которые у меня могли произойти вообще за неделю. Все остальное, что мы будем здесь делать, может, с хабом, может, еще с чем-нибудь, я сниму попозже, увидите в этот, ну, естественно, тоже попозже. И что ж, на этом пока что все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и пока-пока.